Святитель Иоанн Златоуст, 44-й беседный Евангелие от Иоанна, увещевает достигать нас вечных благ. Научимся просить у Бога того, что должно просить у Него. Неотрадные обстоятельства этой жизни, не печальные, не заключают в себе достаточной причины для печали и для удовольствия. Но те и другие не стоят нашего внимания и протекают с большой скоростью, отчего справедливые называются путем, так как проходят и не могут оставаться надолго. Между тем будущее, то и другое, остается навеки, как наказание, так и Царство Небесное. Итак, в отношении к будущему будем прилагать большое старание, чтобы одного избежать, а другого достигнуть. Ибо какая польза от наслаждения земного? Сегодня оно есть, а завтра его нет. Сегодня оно цвет красивый, а завтра прах рассеянный. Сегодня огонь пылающий, а завтра пепел остывший. Но не таковы блага духовные. Они всегда сияют и цветут, и с каждым днем становятся прекраснее. То богатство никогда не гибнет, никогда не переводится, никогда не истощается, никогда не подвергается беспокойству, зависти ли или порицания. Не губит тело, не расклевает души, не возбуждает зависти, не навлекает ненависти, между тем, как все это соединено с богатством земным. Та слава не доводит до безумия, не рождает надменья, никогда не перестает и не помрачается. Покой и наслаждение на небесах также непрерывны, всегда неизменны и бессмертны, ибо нельзя найти для них ни предела, ни конца. Возжелаем же, убеждаю вас, этой жизни. Если будем ее желать, то не поставим ни во что благо настоящее, но станем презирать их, смеяться над ними. Ибо все, что имеет конец, не очень вожделенно. Все, что прекращается, что сегодня есть и чего завтра нет, хотя бы то было что-нибудь и очень важное, все это кажется слишком малым, не стоящим внимания. Итак, будем любить не скоротечные, не приходящие и утекающие блага, но блага постоянные и неизменные, чтобы исподобиться их по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.